Всем привет! Начинаются летние распродажи. Вот первым стартовал GOG. Видите, летняя распродажа. Give away Redux какой-то. И здесь сейчас можно получить игрушку Ziggurat. Что за игра, не знаю, но что б не получить, тем более мы аккаунт это уже завели. Давайте получать. Да, кстати, если у вас есть аккаунт на GOG, то вы можете в него импортировать некоторые игрушки со Steam. Попробуйте. У меня штуки 3 импортировалось. Может, чуть больше. Ну что ж, вот написано Synx, и игра будет скоро добавлена в библиотеку. Ну что, подождем. Тем временем глянем, что у них тут распродается. Ради этого же раздачи и делаются. А вот, кстати, новые игры Connect Now. То есть подключаем аккаунт, стимовский аккаунт, и синхронизируем игрушки. Некоторые, не все, конечно, не все игры из вашей библиотеки перенесутся в GOG, но некоторые перенесутся. Попробуйте. Ну, еще для Ширая и для всех любителей таких бродилочек хочу сказать, что на Хамле сейчас продается бандл Дедалик, ну или Дейдалик, кому как больше нравится. Вот их бандл этой компании. За $1 можно купить игрушку Мемория, Караван, Депония Комплит, Джорни. Вот эта игра, по-моему, уже стоит $1. И Анна Квест. Ну вот, за $1, в принципе, мне нравятся три игры вот этих. Три игрушки нравятся. Это я не понял, какая-то стратегия. Ну, так, на любителя. Заплатив чуть больше средней цены, то есть $8.16 и выше, получим вот еще вот эти три игры. Кроме тех, что за доллар, еще получим вот эти три игрушки. Silence — это вообще хит, по-моему. Ну и Deponia Doomsday — тоже неплохая игра. Класс, классная игрушка. Witch Eater — не знаю, что за игра, поэтому... Ну и за $12 меня жаба задавила, но вот за $12 можно еще получить три игры. И к этому еще в подарочек бесплатно получаем, даже не покупая бандл, кстати, можно получить вот какой-то набор для игры Warframe. Если вы играете в игрушку Warframe, заскочите на Humble и получите себе вот такой вот наборчик. Какие-то перчатки, куча монеток и... трехдневная какая-то программа ускорения, что-то такое. Ну, не знаю, я не играю в Warframe, поэтому ничего не скажу. Ну что ж, на этом все. Ждем начала летней распродажи на Steam. Ну и следим за раздачами. Так что, если вам интересны такие видео, не забывайте подписываться, жмите лайки и всем пока.